Президент Петр Порошенко поздравил участников песенного конкурса и всех украинцев со стартом Евровидения 2017. Он пожелал соотечественникам стать во время конкурса народными дипломатами, ведь сейчас внимание европейцев приковано к украинской столице. По словам президента, очень важно, чтобы зарубежные гости вернулись домой с положительными эмоциями и впечатлениями о нашей стране. Кто бы ни стал победителем Евровидения, это будет торжеством европейских ценностей, отметил Порошенко. Я бажаю всім нам, українцям, відчути себе народними дипломатами в ці дні. Хай кожен із нас зробить так, щоб вони поверталися додому з якнаймога кращими враженнями про нашу з вами країну.